Уже 40 лет они борются с огнем. Саратовская служба пожаротушения отмечает день своего рождения. И за это время накоплен огромный багаж. Это продемонстрировала выставка специализированной техники, не говоря уже об образовании целых пожарных династий. За эти годы действительно через штаб прошли многие великие наши пожарные, отдали сердце и душу, служа этому благородному делу. Торжественное мероприятие состоялось в Дворце культуры «Техстекло». Сегодня сюда пришли как действующие пожарные, так и уже ветераны службы. Многим были вручены почетные грамоты и награды. В рамках празднования мероприятия презентовали книгу «Огней так много». Она о героях, которые погибли ради спасения людей, и подвигах живых. Ее написал член Союза журналистов России Олег Чернов. И вот что он говорит. Мне приходилось бывать в частях. Я говорил с ветеранами, говорил с молодежью. И усвоил самое главное, что такое пожарный. Пожарный – это, во-первых, смелость, во-вторых, верность профессии, и, в-третьих, это... взаимовыручки. Саратовская служба пожаротушения образовалась 40 лет назад, 19 апреля, поэтому отмечать будут и завтра, но горожанам переживать не стоит, начеку будут дежурные группы. В этом можно быть уверенными, ведь за это время саратовские пожарные спасли более 2000 человек.